В апреле новосибирцев ждут климатические качели. Первые в этом месяце перепады температур наступят уже на днях. 6 апреля холодный фронт принесет сильный ветер и осадки. А до этого воздух в регионе прогреется до плюс 10. В апрель мы ожидаем около и выше нормы. И в целом количество осадков будет в пределах климатической нормы в апреле. Вместе с тем, первая декада апреля предполагается нашими специалистами выпущен уже прогноз на первую декаду выше нормы на 2-4 градуса. Но вместе с тем, для апреля, так же как и для мая, типичны возвраты холодов. Поэтому вот такие колебания температуры для апреля, они типичные, они будут наблюдаться. Меняться погода будет значительно и в течение суток. Днем температура воздуха будет держаться выше нуля, ночью падать до минусовых значений. Такие изменения погоды благоприятно повлияют на паводковую ситуацию. Снег будет таять постепенно и интенсивно испаряться. Грядущие выходные порадуют новосибирцев температурой до плюс 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 8. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.